Ача, кое апке офис ме кое хо то бата. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами ведущая Мария Карпинская. Наконец мы прошли очень тяжелый путь. Мы проехали на поезде 2 дня. И вот теперь мы уже сидим на автобусе комфортабельном. И мы направляемся в Манали. Вот наш автобус, просто чудо, мы взяли билет. Здесь вот на стекле изображен Шива. Вот. И мы движемся. Конечно, здесь вот мешает очень через стекло. Но ничего. Мы движемся в сторону Манали. Здесь везде моди. Вот. И это уже такое комфортабельное движение. После той жары, которую мы испытали, после того ада, в котором мы были, этот автобус с кондиционером, он шикарный. Везде Шива изображен. Смотри, там вот прекрасные там водители, все такое. Все просто. Вот такое замечательное движение начинается по Дели. Да, лучше я вот так вот. Сложно, конечно, вот по дороге. Все, мы выезжаем из Дели. Так быстро, так неожиданно. Мы прибыли в 3 часа. В 6 мы уже тронулись в сторону Манали. Это предгорье Гималаев. Ну а как же, конечно, там долина Парвати, поэтому как может не сопровождать нас сам Шива? Поэтому так получилось, что как только мы вышли с поезда, сдали часть багажа, сразу мы поехали на вокзал. И с вокзала паренек показал нам дорогу на вокзал, просто так бы сами мы не нашли. И потом мы стали в одной кассе, нам сказали, билетов на Манали нет. Но потом стали в другую кассу, и там просто нам нашли как в виде исключения. Причем мы сидим на передних сиденьях, у нас 3, 4, 5 места. Вот. Так что и вот мы движемся, заходящее солнце. Ой, тут такой вот храм красивый. Видимо. Какой-то красивый вокзал, что окруженный весь храмами. Ну и вообще, мне нравится такая чистая какая-то улица. Так что итоги не меня не пересекай. Вот такая чистая улица. Везде Шива. Храм еще. До Манали 550 километров, да? 550 километров движения. Я покажу совсем немного, просто вот движение началось. Это просто наш путь из Дели. Вы знаете, какая я счастливая? Я просто настолько вот на сковородке на этой пожарилась при ужасно большой температуре. It's my... Вытащи, Саша. Саша, это я вытащила просто. Вот мы уже сидим здесь на переднем сиденье. Очень хорошие все люди, относятся хорошо. Вот. Очень приятно, когда. И просто это стекло такое. Сквозь него вот так не очень хорошо видно. Мы стоим много, но долго не буду. Просто вот путь Манали начался из Дели. Что это я хотела еще сказать? Да, вот про сковородку. Когда температура накаливалась сиденье такая, что а вода почти кипяток, мне можно было кашу варить. Ну, настаивали кашу в этой воде, и она гречневую, и она приготавливалась. То есть вы понимаете, что если вода из крана в поезде течет такой горячести, 70-80 градусов, что ей можно обжечься, уже не умоешься. Только бутылки мы остужали. Если пол раскаленный, если все такое раскаленное, что просто не горюй, мама, то что тут сказать? Вот, и когда вдруг мы сели, а там бы вертушки были, а здесь вот кондиционер и закрытый автобус большой, то, конечно, испытываешь такое чувство радости, что мы прошли этот путь 2 суток тяжелейший. И теперь у нас 12 часов или 14 до Манали. Мы утром там будем. Да, 14, по-моему, часов. И этот путь нам приносит уже
удовольствие, потому что и мы едем в места Шивы, долина Парвати, матушки Парвати, долина Шивы. Сколько это стоит? Вот. Тут раздают воду. Просто раздают. Ага. Ну, в общем, все здесь здорово, все замечательно. Ну, и я прекращаю свою передачу. Я уже сказала, что по ходу нашего движения, ну, скоро стемнеется, я не смогу снимать сюда и там дорогу, какие-то пути, но какие-то ключевые места обязательно, вот солнце уже заходит, будут сняты. А это столица Индии, Дели. Какая-то очень чистая большая улица, тут посреди детские бассейны, как ни странно как-то, то ли они тут купаются, то ли что происходит прямо на улице. А, видимо, продают это все детское. Ну, вот так вот уже устроено. И на той стороне тоже очень. Везде продают детские бассейны, детские игрушки. Ну, уличное движение большое. Ну, все. Всего доброго. До встречи с вами. Была Мария Карпинская. Ставьте лайки, распространяйте видео. Очень странно, что через стекло, извините, вот как есть. До свидания.